Здорово, ребятня, с вами Чао, я нахожусь в игре Були, которую я вам говорил, что это, когда я буду в эту игру играть. Вот, когда я на старом телефоне, когда я вырубил одного старшика, сейчас мы будем играть в эту игру. Були, поехали. Сейчас я буду вам читать все, но не буду пропускать. Мам, зачем ты вышла за сумасшедшего? Поверить не могу. Ты должен быть Хопкинс. А вы откуда взялись? Мы тебя ждем. Добро пожаловать в Буварскую школу. Я уверена, тебе тут понравится. Очень понравится. Ладно, я не могу всю жизнь возиться с всякими с мальчишками. У меня свои мальчики. Хопкинс, директор ждет тебя. В кабинете, окей? Кабинет вон там, мальчик. В главном корпусе. Не заставляй доктора. Очень чудесный мальчик. Чудесный. Поехали. Побежали. Вот блин. Я буду уже теперь все миссии проходить. Побежали. Иди в кабинет директора. Поехали. Я, если что, играл в эту игру много раз. Здравствуйте, мадам. О, да, ты должен быть Хопкинс. Ага. Что, ага? Что, ага? В смысле, да, сэр. Отлично, что ж, посмотрим. Ты натворил немало гадостей, не так ли? Граффити, скверное хулиганство, неуважение к старшим. Ох, ты меня пугаешь, Хопкинс. Да ладно вам, подумаешь. Да ничего подробного я видел. Никогда в жизни, Хопкинс. Ты явно худший мальчик, которого я когда-либо встречал. Зачем скажешь вон? Я не знаю. Это мое произведение, мой долг. Ты не произведение, а я не произведение. Ускротить. Здесь в учебниках, дательных членах, у меня хорошее предчувствие, Хопкинс. Дружбы между нами. И вытри нос, иначе я сам это сделаю. Мисс Денвис, вы уже здесь? Да, господин директор, я принесла чай. Вы так милый, как мне... Вы заслужили. Возьмите нашего друга Хопкинса, покажите ему школу и подберите ему форму. Пойдем, мальчик, у меня нет времени. И помни, нос ученика должен быть чистым. Или ты сам его вытрешь, или это сделаем мы. Побежали. И вот он, я в самый походу. От родительной школы, подарившему миру многих торговцев, настоящие образцы общества, и это старый урок. Увидим, дружок, от меня людей получишь. А, люлей. Ученик Хопкинс, где твоя форма? Беги давай, парень. Новые друзья. Побежали. Мы в какой-нибудь день уже вместе это на съемке пройдем эту игру. Побежали. Я, кстати, люблю играть в GTA. Угадай, сколько времени? Время надрать по мордам. Вся на новенького, бейте его. Ты чё, охренел? На, нафиг. На, получай. Победи хулигана. Ты чё, охренел? Ладно, унизил. На. Получай.
На, лузер. Застал. Ты труп, новичок, ты труп! Эй, вы, прекратите! А ну прекратите, что за безобразие? Почему не в форме, молодой человек? Немедленно идите и переоденьтесь. Эй, пошли! Эй, ты новичок, что ли? Ну да. Отвали, дурила. Чувак, расслабься. Ты какой-то напряженный. Полегче, а то на таблетки посадят. Меня вот посадили, я чуть не умер. Охренеть, ну мне вообще пора. Да расслабься ты, чувак, отвали. Слушай сюда, крутой. Ты заварил... А я тебе предлагаю дружбу. Можешь поверить, в таком месте я бы кореша не... Так что сам решай, дружить не вопрос. Клёво. Показать тебе, чё тут где. Сейчас мы там попьём. Это если чё, настоящая версия. Если не хочешь лишних проблем, лучше переоденься в школьную форму. Готово. Ну-ка. Эй, как дела? Ты, наверное, новенький. А я Пит. Пит. Пидуловский. Джимми Хопкинс. А мои дела тебе не показываются. 5 минут здесь провел, а мне уже чуть... Даже мне предки меня... Ну, добро пожаловать в Булвор. Кто-то из нормальных школ. Из всех нормальных школ меня уже выгнали. Ибо... Кончай, короче. Слышь, что ты говоришь? Главным СДГВ. А так, школа и вообще весь мир. Но знаешь, хватит обо мне. Гляди, перед тобой вообще. Дамы и господа, представляю вам главную девчонку в школе. Питти, или достанжай, или отстань от меня, Гэри. Ты глянь, отстань от меня, Гэри. Я наконец достиг половой... И теперь круче тебя. Да чего тебе надо? Просто развлекаю новичка на мусоровом пути. Теперь прямиком за решетку. Слушайте, у меня дела. Так что, как насчет? Видишь, что ты натворил? Джимми уже тебя тошнит. Да, Гэри выдумщик. Сейчас мы будем миссии выполнять. Побежали. А вот хулиган. Ну вот это. Вот я вот на этого вот нападал когда-то. А сейчас мы будем сейчас это выполнять миссии, как всегда. Это твоя школа. О нет, только не это. Эй, Джимми, давай покажу тебе нашу терагу. Да вы охренели? Это шкафчик Рассела. Ну того верзли. Что тебя чушь тебя несет? Ладно. Ну ладно, дам ему денег. Я иногда друзьям так делаю. Давай залезем к нему и стырим что-нибудь. Пусть побесится. Ну давайте взломаем шкаф Рассела. Эй? Ха, взломали. Стырим. Ну-ка. Ну. Ух ты ж. Ля. Иногда за мной бот управляет. Прячусь-ка я здесь.
Гарри поможет тебе осмотреть школу. Побежали. Бежим. Эй, Хопкинс, психованный, нам сюда. О, нет. О, глянь, это та придурочная тёлка Юнис. Давай над ней прикольнёмся. Иди посмотри, чего ей. Господи, боже мой. Он забрал у меня конфеты, и верни мне их, пожалуйста. Верни Юнис её конфеты. Побежали. Ну, я, в принципе, знаю всю игру. Я проходил. Ага, вот он. Покажи ему грудь, Джимми. Ты чё, охренел? И забирай коробку конфет. А сами мы бежим. Прыгаем и ходим. Спасибо! Хочешь, поцелуемся? Оу! Пацаны, я бы не хотел это видеть. Но я это проходил. Черт. Ты чё, правда её поцеловал? Пойдём в столовку, расскажу тебе, кто есть кто. Побежали. Зрительная команда. Ладно, расклад такой. Вот там ботаны. Тусоваться с ними западная. На вид. Он не сможет сдать любое по... библиотека и их территория. А это мажоры. Куча бабла и еще больше самомнения. Безмозглые вырождения. Все точно. Это точно? А вот там понтовые считают себя крутыми или хотят выглядеть крутыми. С ними лучше не связываться, по крайней мере, пока. Они торчат в автосевере. Ну и качки. Они тут все... Держись от них подальше. Да не боюсь, я кучки этих качков. Еще по... Ладно, Джимми, пошли. Вы здесь уже учитесь. Вы здесь, чтобы учиться, а не бездельничать. Идите в класс. Я знаю. Так, ну тут написано кафетерия. Утренние занятия идут с 9 утра по 19... по 11. Побежали. Урок химии. Ну, кстати, я тут легко запоминаю. Что вы здесь делаете? А, да, урок. Но я не буду это читать. Ля, если у меня так же будет ты там когда-то на урок химии, то может я буду это пятерки получать здесь. Но это не точно. Но это не как игра. Изи. Я создал петарды. Побежали дальше миссии выполнять. Игра сохранена. Давайте мы еще плюс 3 миссии выполним. Вижу, ты веришь непрерождением мальчика. Просто стараюсь влиться. Драками без ба... Это не буларский мальчик. Да ладно. Знать-то. Что? Лапшу на уши. Здесь одни хулиганы и психи. Ерунда. Здесь приятно так себя вести. Шутки шутить. В мое время мы считали за милое дело. Прекращай валять дурака, Хопкинс. Веди себя как следует. Может, чему научишься. Ага. Так я пойду, сэр. Свободен. Эй, я видел, как ты лебеди. Чего? Заткнись. Пошел ты, новичок. Так будешь со всеми учительскими людьми. Лучше не... Ай, больно. Стой. Ага, попробуй, догони. Сейчас догони.
побежали не упустить Дэвиса. Бля, мне его надо поймать. Блин, мне его нельзя потерять. Бля, ты чё, убежать от нас решил? Вот там Питер рядом был, когда там его поваляли. Получай, звездёныш. Ты чё, охренел? Готово? Побежали. А, и чё ты будешь делать? Это охренел! Да. Получай. Нечего бездельничать на меня. Да охренел ты! На, получай. Ты охренел? Бля, посмотри на него. Получайте, звездёныши. Ха. Вот, блин. Беру камень, кидаю в него. Ого! Ты заполучил рогатку. Ха, теперь мы изичники. Побежали. Так, если сейчас будет урок, то мне надо выполнить здесь урок. Бежим. Мне еще плюс 2 миссии надо выполнить. Бежим со всех ног. Бежим, бежим со всех ног. Бежим, бежим. Блин, у меня сейчас урок. Какой тут урок? О, что это за урок у меня? А, грамматика. Так, урок грамматики. Можно сказать английский язык. Ну, можно на русский, на английский. Здравствуйте, дети. По программе положено. Требует. Почему бы вам не доделать их в классе? Сейчас мы будем делать. Так. Пор. Ага, так. Пор. 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 Стор. Стоп. Стоп. А, сто. Сыр. Сык. Сок. Пот. Пор. Пот. Пок. Пыс. Пыр. Пыт. Пык. Рот. Рот. Рост. А, рост. Так. Рок. Рык. Рыт. Нет. Рыб. Рыс. Ток. Тор. Топ. Тост. А, тост. Тык. Тыр. Тып. Тыс. Кыт. Кыр. Кып. Кыс. Крыс. Неа. Кот. Кор. Копс. Кос. Ладно, давайте. Да. Ну, мы здесь все выполнили. Ладно. Сам ты ступид. Доступ. Доступен бонус извинения. Ладно, побежали.
побежали. Идем туда. О, резинка. А зачем она мне? Ладно. Рогатка. Да, конечно, я все сделаю. Хай, чувак, как тебе? Так себе. Я тут напугал Пити. То есть, я хочу, чтобы мы захватили школу. Что за план? Не боись, Джимми. Там кое-какой мысленный. И это жесткий мир, друг мой. Если ты сильный, нужно избавиться от слабаков. Вообще, чуваки, представьте, чё через плечо, ха. Других слов не знаешь? Знаешь, Пити, ты был прав, Джимми реально туповат. Ты чё про меня вякнул? Полегче. Я в том смысле, выгнали из школы спокуха. Он в смысле, что ты либо тупой, либо у тебя в башке каша. Из-за проблем... Чё ты вякнул, котышка? Ладно, чувак, отстань. Не-не-не, Гэри... Так, ты просто гонишь, Пити, а это нехорошо. Знаешь, что мы делаем с ним, кто врёт? Нет, я не вру. Мы бьем их по яйцам. Пошли, Джимми. Давай... Твоя новая рогатка? Не волнуйся, друг. Я все замечу. Я все слышу. Вместе мы горы свернем. Блин. Ладно, побежали. Иди за Гэри к старому школьному автобусу. Побежали со всех ног, О, футбольный мяч. О, мне надо сейчас сначала резинку забрать. Ладно. На, получай. Я могу и руками. Иди на футбольное поле. Побежали. Бежим со всех ног. Давай бежать. Хоп. Хоп. Бежим со всех ног. Прячься на дереве и жди футбольной тренировки. Залезаю. Так, стреляй. На, получай. Получай. На, получай. На. Изи. Каких ботанов? Прыгаю, побежали, последнюю миссию выполним и будем заканчивать. Бежим со всех ног. Нам надо бежать. Так, а что за миссия тут?
Ну, давайте это... Вот там, это... Давайте на следующей серии поможем это спасение Элджи. Или Элджи. Посмотрим, что тут Гэри опять натворит. Бежим. Скромная помощь. Валяй, Питти, или... Расскажи, какой я плохой. Заткни, Джерри, ты вот такой урод. О, Питти, да, я гад. Мне так стыдно. Я так расстроен. На Суэре сейчас зарыдаю. Ну ты прям как ты. Ты у нас всегда плачешь. О, а вот и Джимми идет. Завязывай, Гэри. Ой, прости, я не так знал. Что здесь одни девчонки живут? Вот я дурак. Заткнись. Чувак, надоел. Надоел? Я надоел? Да с тобой тоже не очень-то весело, дружище. Ладно, без обид, лады? Я извиняюсь. Мне просто занесло, бывает. Забудь, все в норме. Кстати, у меня на примете классные. Пошли поиздеваемся над кем-нибудь беспомощным и несчастным, над тем бродягой. Пошли. Идешь, малыш Питти? Ну и я ведь уже извинился. Хочешь, я тебя поцелую? Заткнись. Тогда вперед. Что? Поцелую? Ладно. Побежали. Найди бродягу за старым школьным автобусом. Жду своих дружков. Да, они бегают, как я. Побежали. Где этот старый козел? Знаешь, ты грубиян, Гэри. А ты полный лох. Ошибка природы. А ну пошли отсюда, паршивцы. Видать, правду люди говорят, Джимми. Твой батя прям живет здесь. Козлина. Ой. Пусть он свое пособие без нас. Давайте сматывайтесь отсюда. Порваливай, пацан. А то чё? А то я тебя башку... А чё ты такой злой? Долгая история, бухло есть. Не, мне 15. Не. Ну и чё? Ну давай, козёл, убивай. Знаешь, пацан, ты мне нравишься, ты не из трусливых. Какой я был из корейских горах. Я не видел, как кореша гибли. Мне... Не бы. Да, спасибо. Только ты похож на боец. Поможешь мне, я тебя кое-чему научу. На фигне идет. Достань мне детальную. И я тебя покажу, чему научить. Как ловить пули. Именно. Ладно. Надеюсь, транзистор. Транзистор? Да блин! Побежали. Так, это где? А, блин. Ну ладно, побежали. Бежим со всех ног, со всех ног. Я залезаю. Готово. Первый транзистор. Отнеси транзистор бродяге. Давайте бежать со всех ног. Спасибо,
Спасибо, Джимми. Я этот искал. Ну-ка. Не забудь в следующий раз притащить мне транзистор. Ну, я изичник, пацаны. Короче, ладно, давайте будем на это заканчивать. Все, подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. Всем покеды.